Глава Сената Касым-Жомарт Токаев принял делегацию французских парламентариев во главе с председателем группы дружбы Франция-Центральная Азия Андре Дюле. Франция и Казахстан – стратегические партнеры, страны взаимодействуют в самых разных сферах. Настало время укрепить межпарламентские связи, решили участники диалога. Особое значение депутаты придают партнерству в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ. Такого же мнения придерживается и французская сторона. Андре Дюле, пользуясь случаем, пригласил казахстанских коллег посетить Францию.